Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мы уведем чисто информационный характер. Сегодня я хочу поделиться с вами буксом без вложений «Мой ДИК АДС». Так как-то называется. Полное кино у меня с этим буксом. Я зарегистрировалась в этом буксе, потом я его удалила, не разобравшись. Потом пошли приглашения. Один пригласил, пятый, десятый. Ну, я же не могу 10 аккаунтов правильно создавать. Вернулась я сюда, в этот букс, и начала разбираться. В итоге он меня зацепил, и делюсь с вами. Значит, по поводу регистрации. SignUp. Значит, регистрация здесь простая. Да, у меня не получится зарегистрироваться. Показать вам регистрацию. Ну, здесь капчу пройдете, нажмете регистр. Я думаю, разберетесь с этой регистрацией. А я же войду в кабинет. Единственное, я не помню, приходило письмо на почту или нет. Проверьте на всякий случай почту, если кто захочет присоединиться. Я никого не зазываю, я делюсь только информацией. Вход по логину и паролю. Значит, что здесь такого вот у нас интересного? Сначала здесь есть местная монета, называется БАП. Значит, вот бонус АД поинты. Здесь вы нажимаете и собираем мы вот эти вот поинты. Так, вот эту монету местную. Денежные вознаграждения. Начнутся как бы денежные ссылки. Вот это Pite ADS. Вот у меня 17 ссылок. Я уже вышла на доход. И в сутки выходит... Собираем мы эти кошелинки раз в 24 часа. И вот я собрала, вот я только что вышла на доход, 12 центов в день выходит. Ну вот я вот за эти 17 кошелинок вот получила, я собрала 12 центов. Сегодня соберу, у меня уже будет 24 цента. Но начисления начнутся только когда у вас вот эта монета будет 1600 монет. Значит, вот здесь вкладочка, как это работает, нажимаем. На нее переводим на русский и читаем. В общем, довольно-таки интересный букс. Мне понравился. Значит, что он нам пишет? Ну, здесь уже сами как бы это все прочтете. Значит, бонусные рекламные баллы, БАП, это кредит, который позволяет вам получать ежедневный заработок. Например, когда у вас 0 БАП, вы не получите ежедневный заработок. Вы начнете получать заработок, когда у вас есть хотя бы 1600 вот этих монет, что я вам показала. Когда у вас есть 1600 вот этих монет, вы получаете... 0.12 центов дневной заработок. Так, секундочку, моя реклама. Так, закроем. Далее. Но, например, когда у вас будет это 51 тысяча выходит вот этих монет, мы будем получать $1.32 дневной заработок. Ну и по нарастающей 200 тысяч. 4.90, так? Минимальный вывод отсюда $5. Я начала искать информацию. Ставлю возвращать дашборд. Пошла на YouTube, искала информацию. Информация есть, но только на иностранном языке. Так что на русском я не нашла. Вот разбираюсь сама как могу. Значит, мы собираем сначала вот эти бонусы. Нажимаем бонусы, вот эту местную монету, так? И вот по 25 монет. Сейчас покажу, как собирать. Нажимаем на зеленую вкладочку. Нас перебрасывает на страничку. Далее опять на зеленую вкладочку. И здесь таймер. Идет отсчет времени. Все, нажимаем на вкладочку. И возвращаемся обратно. Значит, показала, как собирать.
Когда у вас будет на балансе 1600, у вас вот здесь тоже как бы вот эти кошелинки появятся. Точно такой же сбор. Нажимаем на вкладочку. Опять на зеленую. И опять вот здесь вот пошли секунды, да? Отсчет времени. Нажимаем опять. И возвращаемся. Значит, опять я иду в кабинет. Это то, что касается без вложений. Так, здесь нам как бы еще предлагают купить за 1 доллар, как бы сделать депозит от ПАК. И мы будем уже получать типа того 3080 вот этих монеток. Значит, далее здесь будут отображаться рефералы. И что еще я здесь? Так, дашборд — это вот наша страничка. Виндраф я вам сейчас покажу. Как бы минимум 5 долларов. И что здесь? Нажимаем сюда. Так. И здесь нам надо что? Прописывать свои платежные реквизиты. Значит, биткоин, интериум, пейер и перфект, по-моему, мани. Да, перфект мани. Это мы прописываем здесь в свои кошелечки. Значит, это кто захочет уже, это по желанию делать депозиты. Значит, это покупка пакетов. Значит, далее рефералы. Здесь наша партнерская ссылочка будет находиться. Ну и баннеры. Ну и с этим там нет ничего такого особого. Так, сеттинг. Ну, здесь смена пароля только. Вот такой вот букс. Кому интересно, работайте. Неинтересно, проходим мимо. Меня зацепил. Я здесь посижу, конечно. Вот. И, возможно, еще когда-нибудь я закину сюда доллар. Сейчас я пока буду без вложений. Ну, а там посмотрим. Вот такой вот интересный букс. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.